talk like I lost it. And I love how you look when you're blazing. And I swear you turn at least half Asian. And we bout to have a liaison. She's so cool, give hair with a shades on. Whoa. You should just go through a K-bone. And it's just so amazing. Меня зовут Мишель, родом из Бразилии. Я учитель танцев в курсе. Сейчас работаю во Владивостоке в танцевальном доме. Это мое новое место, мои новые друзья. Мне нравится этот момент в моей жизни. Рядом со мной... Ловите все, я Джей Буги Джефф, Джей Буги Келли с улиц Ямайки и Лас-Вегаса. Сейчас я во Владивостоке, тоже учитель танцев, работаем вместе с моим чуваком Мишель. Как он уже сказал, это отличный момент в нашей жизни. Я рад взаимному сотрудничеству, и мы здесь, на Дальнем Востоке России, стараемся сделать очень важные вещи. Да, чувак, я не думал никогда, что встречу здесь Джей Буга. Нам здорово, это мой новый друг. Мы работаем вместе, мы идем по правильному пути, мы трудимся день за днем. И сегодня мы наслаждались Жопкиным танцем. Это отличная идея. Они не должны забывать о веселье, о том, ради чего они батлятся. И ты мог видеть, у них это получается. Они повеселились, мы видели улыбки, видели поцелуи, почувствовали обмен этой энергии. Когда я только начинал, я видел очень много талантливых людей, невероятных ребят. Я думал, что никогда не буду способен достичь такого уровня. Но пришел день, я решил, слушай, я люблю танцевать, я люблю музыку, это в моей крови, и это то, чем я собираюсь заниматься. Итак, если ты новичок, этот месседж для тебя. Люби себя, люби музыку, люби то, что ты делаешь, наслаждайся жизнью. Танцуй для себя, танцуй в удовольствие. Ты должен получать удовольствие от того, что ты делаешь. Я люблю Жопкин танец. Я тоже.